Привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых малышей фруктов. Кстати, если любишь фрукты, то обязательно ставь лайк, а мы начинаем. Божечки-кошечки, какой здесь беспорядок. Да, это ж надо было столько мусора здесь устроить. Похоже, у них была какая-то вечериночка. Ой, кто-то тут рыдает. Так, сейчас тем, кто рыдает, сделаем какой-нибудь макияжик, и сразу будет повеселее. Ну что, идешь уже ко мне? Ага, все, я теперь знаю, кто там мусорит. Они, значит, когда играют, сразу мусор выбрасывают. Ну и безобразники. Ладно, выбрасывают и выбрасывают. Не будем на это обращать внимание. Вернее, не будем акцентировать внимание на этом вопросе. Так, лучше сделаем какой-нибудь макияж. Кстати, для кокосика как-то не очень подходит макияж, потому что он слишком яркий, что ли, получается. Сейчас посмотрим, есть ли что-нибудь подходящее для нашего малыша-кокосика. Так, подождите, а как этот глаз сделать, божечки-кошечки? Так, это как-то слишком ярко. А как стереть все? А, о, отлично. Фух, я уж испугалась, что это останется навсегда. Ладно, навсегда, да не навсегда. Можно сделать красивые реснички, например, уже миленько. Так, татуировочки мы делать не будем, а щечки тоже делать не будем. Сделаем только ресницы, и это уже очень красиво. Я думаю, что кокосик больше не будет плакать, раз у него такая красота. Ой, а точно же, у нас же новое яйцо. Давайте скорее смотреть. Ну что ж, готовы? Я тоже уже очень жду. Это авокадо, я думаю, что там должен быть малыш-авокадик. Пока непонятно, какой он будет, когда вырастет, но он мне уже нравится. Посмотри, какой он миленький. Получается зелененький такой. Кушки-авокадики. Очень прикольный. В общем, ждем, ждем, ждем. Когда же он вырастет, я уже хочу посмотреть, какой он будет. Но пока он у меня еще растет. Ладно, пока... О, а не, еще хочет поесть. Ну, держи скорее. Кстати, если вам понравился мой новый малыш, то обязательно ставь ему лайк. А мы пока слетаем в город и посмотрим, что у нас здесь происходит. А у нас здесь, в общем-то, ну, ничего интересного. Домики как стояли, так стоят. А этот за деньги, значит, надо покупать. Ладно, за деньги мы покупать не будем. Это слишком дорого. Ладно, побежали обратно в город. Может, за это время успел там малыш подрасти. Я уже хочу его нарядить, посмотреть, какой он будет красивый и все такое. Ну что, готовы? Нет, не готовы. Да что ж ты будешь делать-то? Ладно, пойду поиграю с другими малышами и приберусь, конечно же, потому что у нас здесь... Ой, это что за макияж такой клоунский? А, это, наверное, Хэллоуин был. Понятно. На Хэллоуин всякое бывает. У меня малыши как устроят хэллоуинские посиделочки, так устроят, да. Это, конечно, весело, но... Иногда надо и смывать такой макияж, потому что это слишком странно бывает. Ну что ж, мы дошли до улицы, и здесь в целом очень даже прилично. Посмотри, здесь даже не так много мусора, как я думала. Я-то думала, что здесь полнейшее безобразие. А здесь вполне себе приличненько. Вон ребята играют в мячик, все как я люблю. Ладно, пусть играют, мы не будем их отвлекать, а посмотрим, что же... Что? Про космос что-то? Про космос я не слышала. Давай посмотрим скорее на нашего малыша. И рассмотрим его поближе. Такой смешной, как бурундучок, что ли? Точно? Какой-то бурундучок или... Или кто же это? Бобер, что ли? Бобер! Точно, это бобер-авокадик. В общем, очень даже прикольный. Ну что ж, кстати, тебе, если он понравился, обязательно ставь ему лайк. Он этого заслужил. Ой, это ж мальчик, мы решили. Что ж, я ему юбку-то одеваю. А, все, вспомнила, почему я юбку одеваю. Потому что мне не нравится, как у них выглядят штаны. Мне кажется почему-то, что у них все штаны какие-то слишком пузатые. Им бы похудеть, что ли. Ладно, давай оденем полосатые штанишки. А, оденем какую-нибудь футболку, сейчас посмотрим. Ну, вот такую можно надеть, конечно. Я не уверена, что она подходит для мальчиков, но... Да, у нас, в общем-то, выбор не такой большой. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас здесь еще есть. А у нас, в общем-то, все какое-то девчачье, если честно. И что получается, мальчишек нам не во что наряжать. Эх, печальная печаль. Ладно, а может это девочка? А может они здесь все девочки? Может я напутала? О, очки очень подходящие. Супер, мне уже нравится. С очками стало намного лучше. И можно тогда топулечки такие же сделать. И станет очень даже прикольно. Слушай, ну не так плохо уж получилось. Очень даже прилично. Кстати, если тебе понравился его нарядик, то обязательно ставь ему лайк. А я предлагаю вот этой девице убрать макияж. Потому что, по-моему, у нее он какой-то странный.
Надо бы немножечко убрать, в общем-то, да. Слишком по-хэллоуински, божечки, кошечки. У вас не слишком много макияжа. Фух, вот так-то лучше. Давай просто реснички тебе нарисуем, что ли? И будет уже красота лепота. Куда еще все эти штукенцы? Вот с ресничками сразу красиво. Мне вот нравится так. Реснички ресничками, но нам бы перекусить. Где там у нас кофейня, пиццерия? У нас же тут новый малыш родился. Это же повод устроить супер-мега-вечеринку и сделать супер-вкусные тортики. Конечно же, куда без тортиков. Главное, успеть все положить вовремя, потому что вот уже ошибочки пошли. Да что ж ты будешь делать-то? Я вот же вроде все правильно делала. Фух, следующему успели. Я вообще здесь всегда, в смысле, без коржа, без основного коржа. Просто тортик с кремом. Это вкусненько. Даже тортика захотелось. Кстати, если любишь тортики, то обязательно ставь лайки. Я второй торт не успела сделать. Божечки, кошечки. Я, кажется, проигрываю этот раунд. С тортиками что-то у меня какая-то проблема. Я вообще ничего не успеваю, потому что я начинаю нервничать, что я не успеваю. И поэтому не успеваю. Ну это же понятно, это же логично. Так, ладно, тортики, они тортики, конечно, но 1, 2, 3, 4, 1, 2 и раз. Фух, я, кажется, успела. Ой, божечки, кошечки, это было очень сложно. А вот и мой тортик. Фух, хорошо, что тортик вот заслужили. Я думала, что нам ничего не будет. Я еще, знаете, что хочу? Я еще хочу пиццу. Потому что, ну, я люблю пиццу. Кстати, если тоже любишь пиццу, то лайкосик ставь, потому что, ну, пиццу, мне кажется, любят все. Потому что, ну, почему бы нет? Мне кажется, она вкусная, прикольная, и ты в нее можешь добавить все, что ты хочешь. Я вот, например, люблю, когда поменьше колбаски, а побольше сыра и каких-нибудь там оливочек. Да, это мне ж есть реально захотелось. Не, это... Эти малыши, они мне вызывают чувство голода. Потому что они все ходят, едят. И мне, честно, хочется есть тоже. Фух, успела ему пиццу сделать. Отлично. И у меня осталось 3 гостя, и для них мне надо луковое. Что? Что-то они сегодня слишком много лука едят. У вас что, вирусы и болезни? Вы боретесь с вирусами, наверное? Знаете, как раньше там в садиках... Чесночный бус, все дела. Да, это, конечно, прикол. Ну что, последний малыш. Надеюсь, у него будет не очень сложная пицца, и я с ней справлюсь. Пока все в порядке. Пока все идет по плану. С оливками еще. Фух, я справилась со всеми пиццами. Это был лучший пицца-день в моей жизни. Ну что, где там мой именинник? Кто там у меня родился? Я потеряла авокадика. Подождите-ка, у меня куда-то малыш авокадик ушел. Простите, извините, но я не вижу моего нового малыша. Он что, исчез? Не, давайте разберемся по порядку. Он точно должен быть где-то здесь. Сейчас его найдем. Спит не он, играет не он. Да что ж ты будешь делать-то? Девок, авокадик исчез. Ребята, у меня что, сбежал малыш? Куда он вообще мог деться? Очень странно, если честно, потому что он у меня же был точно. Так, здесь его нет. Это не авокадик. Что мы там ему, штанишки нарядили? И белую рубашку? Не, ну все, я в расстройстве. У меня исчез малыш. Подождите, давай его позовем тогда, что ли? Кстати, здесь еще... Подождите-ка. Он у меня... А, вот. Фух, ты где был? Мы тебе тут день рождения решили устроить, а он тут веселится. Божечки-кошечки. Ну вот и пикник на славу. С днем рождения тебя. Жалко, что остальные друзья не пришли. Но ничего страшного. С днем рождения тебя. И пусть у тебя сбываются все твои мечты. И тортиком мог бы и поделиться. Эх, опять без тортика остались. Ну что ж, ребята, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы приходило уведомление о новых видео. Всем пока-пока.